Так, что это тут у нас такое? На что потратить 50 тысяч рублей, Юечка? Ну, давайте. Посмотрим. Оказывается, быть анимешником очень дорого. Никогда не знала об этом. Смотри, какие у меня стоячие прикольные. Да я хочу их потрогать. Я тоже. Боже, я извращенец. Ты тоже? Нет. Мы тебе закрываем глаза маской и ведем. Как тебе новая девушка Артура? Ну, я не знаю, вроде они не в отношениях, но я ее знаю лично. А они к нам домой приходили. Ну, к нам, ко мне и парню. Вот. Парень, твоя собственность? Нет, конечно. Конечно, нет. Может быть, чуть-чуть. Всего лишь там на 90%. 10%, ну, пусть там на работу ходит. Конечно. Доверяю, но мозг подъедаю. Ну, я бы не сказала. Что я мозг подъедаю. Я бы такого не сказала. Идем покупать. 500. Всегда очередная, самая пизда. Нихуя себе монтаж, блядь. Статая рубрика в мире. Кто что потратит за определенную кучу денег. Я думаю, с Ариной вы уже смотрели ролик, вам он понравился. И сегодня у меня будет прекрасный. Пиздец, нихуя себе монтаж. 10 из 10, зло. Это что такое? Что за уровень? Классная гостья, которую вы даже не ожидали увидеть. Она также в Киеве, также здесь проживает. Москвичка, как бы. Прекрасная мадемуазель. Встречайте. Как вообще можно тебе изменить? Ну, во-первых, я уверен, что мне парень не изменит. Ну, сейчас это точно, ближайших 5 лет, мне кажется. Вот. А я так, чисто, для интереса, пару раз. Но я всегда говорю, кстати. Я не то, что в крысу так делаю, и все, посмотрела. Я сказала, я, кстати, зашла в твой телеграм, ничего страшного. Он говорит, ничего страшного. Вот, ну, я там нормально. Я всегда говорю то, что я делаю. Знаете, наш любимый гость должен выйти оттуда, Посейдон. Кстати, да, из шутка. Это Даша, Юечка. Знакомьтесь. Привет. Проживает теперь в Киеве. Моя хорошая подруга, девушка моего друга. Сегодня я буду ей предоставлять монеты. Это не Монроки вроде бы монтажом занимается. Это не он. Вроде другой какой-то чел. В качестве 10 тысяч гривен, а может чуть больше. Может чуть больше. Ну, конечно же, буду телефоном оплачивать. Потому что монеты, они с короной могут быть. Так что лучше обезопасимся, будем оплачивать. А почему не наличкой? Ты хотела наличкой? Да, мне как раз надо было за квартиру заплатить. Блядь, не, так, не, ну, в принципе, бля, слушай, а это тоже можно? Ну, здоровайся, а то я... Всем привет, ребята. Я не знаю, что сказать. У меня нет интеллекта. Короче, ссылочки на нас будут в описании, да, на нее инстаграм. Подписывайтесь на Злого. На нее обязательно, чтобы подписались, я проверю, телеграм, инстаграм, твич, на мой тоже подписывайтесь, ставьте лайки, 100 тысяч лайков, напоминаю, и мы снимаем 100 тысяч рублей, не 30, а 100. Мне? Да. 100 тысяч? У меня такая функция, типа, если они собирают больше 100 тысяч лайков, я даю 100 тысяч. Монеты, что ж бы их потратить в Киеве? Надо поставить лайк. Надо платить хату. Да, ты знаешь, что ты хочешь уже купить? Да. Тогда мы едем, типы, подписывайтесь и погнали, ёсыпы, блядь. Все, поехали. Наша первая остановка это... Аниме-магазин! А что вы думали, что мы поедем в секс-шоп пониться смотреть? Нет, тогда мы не поедем! Ты чего? Так нельзя! Мы приехали в аниме-магазин, потому что он единственный у нас в Киеве. Пульсар называется. Ну, не жалко сказать, прикольный мазик. Я погромче, да, могу. Я со своей бывшей девушкой приходил, но сейчас привел Дашу. Ну, не единственный аниме-магазин, не единственный. Не связанные вещи, это просто... Так, ты ни разу не была? Вообще ни разу. Ой, мне кажется, ты все тут скупишь. Пойдем. Опа, мы попали в рачки. О, Юрий. Ты Юрий? Читал? Не, я... Кстати, я начала смотреть, знаете, какое аниме? Тетрадь смерти. Тетрадь смерти. Уже 3 серии посмотрела. Серегу читал. Ну, Юрий, это когда там девочки с девочками, знаешь? А, это девочки? Да. А, Нечипаты написано. А, нельзя трогать. Можно только смотреть. Я хочу фигурки посмотреть. А, вот это смотрела? О, да. Это... Бля, вот эта фигурка очень жесткая. Какая? Вот эта? А что я только что сказала? А, все, я поняла. Я вспомнила. Я думаю, чего, что вы пишете, к чему это? Ну да, с драконами, это вообще мне топ. Мне особо нравится. Не отказывай себе, если ты что-то хочешь не, купить. Я просматриваю что-то. Ой, смотри, какая классная. Да, согласен. У нее такая жопка. Смотри, Зарату. Я хочу Зарату. Ты, может, сосок в стол посмотри. И
А сколько она стоит вот это? Давай, это 1600, 1500, а это 1900. Нихуя себе цены. Чё так дорого? Чем беленькую за 1600? Мы берем ее, да? Да, у нее, на нее классная улыбка и сисечки. 100% берем. Сервяки у нее стоячие, прикольные. Да, я хочу их потрогать. Я тоже. Боже, я извращенец. Ты тоже? Нет. О, ебать, эти тачи. Да, красиво. 1650. Мы можем тоже взять себе. А какая хина-то? Просто посмотри на ее глаза. Жалко сзади нельзя. Чекните. Как же этот Артур подснимает все эти сладости. Ему даже не интересно снимать наши реакции. Он снимает чисто трусики. Он с жопы. Ему все равно. Зачем нас снимать? Когда в кадре говорят про жопу, и что, мне вас снимают? Так много у меня глаза разбегаются. Знаешь, я хотела такую штуку попробовать. Можем взять. Давай возьмем. Давай. Там, короче, шарик. Его надо протолкнуть как-то вниз. Давай возьмем. Вот эти штучки. Давай. А я не знаю, какие вкусные. Вот эту хочу. Это виноградная, походу, дело. А это какая? Это? А чё это за малой такой? Да. Клубничная. Давайте клубничную. Да, давайте йогурт. Хорошо. И виноградную еще. Алкогольный? Поэтому я не пробовал. Да. Что, выпьем? Он продавец. А куда, на кассу нести? Ничего себе. Можно у вас отложить пока это? Мы просто еще товаров наберем. Кстати, эту кофту мне подарил злой. Смотрите. Что куплено? Тоже? А тут что-то мое? А вот... Михалин, ты свое ебало попроще сделай. Чел, не пошел бы ты нахуй. Это. О, слушай. О, нет, это ткань. Офигало. Ого, это что? Это Итачи. А тебя шмотки не интересуют, да? Ну не, у тебя ж топовые. Тут кофточка, вот эта грязюка есть. Не то, что у меня. Цветок капусты. Тебе нравится такое? Когда типы друг друга целуют. Я ой? Да. Ну, как, по, да, это первая кофта, которую мы подарили. Так. А ты хочешь еще не, эту подружку, да? Да, подружку. А ты все рассмотрела, слышишь? Не, я еще не все смотрела. Все смотри, все. Я просто, мне так глаза разбегаются, что я абсолютно... Резеру. Да, я вот... Фигурку нам, вот эту белую. Вот эту белую. Так, смотрите, фигурочка идет без коробочки, у нее идет близко. Главное, чтобы мы ее по частям не собирали. Это хорошо. Ага. Так, еще что? А маску не хочешь вот такую? Маску? Или шапку? Вот, смотри. От ковида. Вау, какая маска крутая! Вот такую берем. Всегда тоже? Мечтала. Знаешь, ты складываешь, это как копилка, она ее хавает. Берем тоже? Да, тоже берем. Без проблем. И я ее Рона подарю. Смотри, тут геройка. Мне уже жарко. Тут Саски есть, Иван. Не-не-не. Твич, это топ. Да, это вот эти намного лучше. Посмотри на Итачеку. Вот этот вообще, мне кажется, разъеб. Давай Итачи мне еще. Еще Итачи? Собираем. Я позову. Все. Вы смотрите. Знаете, что сейчас будет? Вот злой сейчас офигеет, а я ему Итачи отдам. Поняли? Да. А мангу не хочешь себе? Хочу. Еще мангу? И давайте нам еще одну там есть. Такая классная. Он тоже... У него тоже идет. А кого ты хочешь еще взять? Так ты же хотела черненькую вот эту взять, типа. А, точно, точно. Нет. И вот этого типа можно нам в масочке? Копилку, копилку, да. Нет. Она последняя. А много денег хранить может? Вообще она копейки-то принимает. Копейки? Там... А она работает у вас? Просто интересно, как она открывает рот. Сейчас посмотрим, работает ли она хорошо. Да, может, уже наелась просто. А вдруг там деньги еще, да? Да. Вряд ли. Пойдем посмотрим мангу. Так, какую мангу ты хочешь? Я хочу. Консультант. Вы консультант? Да, помогите. Что такое мангу? Мангу. Что-то насыпать. Кстати, вот это классная манго. И вот это очень классная. Что такое манго? А вот эту? Манго, я знаю, фрукт такой есть. А у вас есть человек-бензопила? Нет. Нет. Есть, если хорроры, то спирали. О, спирали, это жесткая тема. Я обзоры смотрел. Аниме-книга. Давайте тогда. Слышишь? Поднять. Уровень в одиночку. О, это вообще имба. Да, можно взять. Это манхва имбовая. Я ее читал всю. Я тоже всю. А на русском есть она у вас? Нет. Только на украинском? Да. А что у вас есть в твердом переплете еще? Токийский гуль перерождение. Давайте токийский гуль. Токийский... Обычный? Да, обычный первый. А зачем тебе манго? Я вообще ничего не понимаю. Я, ну, знаешь, манго же покупают чисто для коллекции. А, вот. Угу. Коллекционирование? Да. Я люблю смотреть на них, они красивые. Типа себе иногда листаешь, смотришь, они такие симпатичные. Давай идем тогда на кассу. На кассу идем, да? Да, все. Ой, линзы какие. Блин, я хочу себе шаринган. Возьмем. Мы все возьмем. Что она захочет? Хочу мангикю шаринган. Вот такой. Если честно, я не помню, чем они как отличаются. Здорово. Как дела? Можете нас рассчитать? Готовы, да?
Да. Так, у нас вот это. Там, вот наверное, это, десятка вот выйдет. И три бутылочки воды. 10 тысяч гривен, это надо это все это упаковать красиво. Ну, хотя бы, чтобы оно не развалилось. А, и линзы еще девушка хочет. Вот где шаринган, можно, где три такие штучки? Линзами пользоваться умеете? Да. Нет. Да. Ты тоже сейчас в Линзе? Ростов? Ростов-на-Дону, там Юлечка живет. Ой, красивые глазы. Посмотри, Кенти хавает. Класс! Вау! Все, кэшбэк. А откуда, что это за мультик такой? Это «Унесенные призраками», «Ветром»? «Унесенные ветром» или «Унесенные призраками»? Спасибо за огромное тебе. Пожалуйста, спасибо. Это еще не конец. Спасибо. Удовольствие бывает не только такое, а и разные. Ты спойлеры пошли? Не поняла. Какая разница? Да, о чем все? Неважно, у меня есть одно прекрасное место. Линзы, манго. Копилка, три бутылочки воды. Призраками. А ветром кто унесенные? Унесенные ветром, это кто? Унесенные ветром. Это фильм. Да, пожалуйста, это фильм. Что вы пишете? Тупая, блядь. Это фильм такой. Военный. Знаете только ваши аниме и все, больше ничего не знаете. Сколько я потратила? Сколько? Сколько? Я почти весь... Шо? Сколько там? Манка. Три бутылочки воды и Zero Two. 5 тысяч 220. Карта. 5 тысяч, ничего себе. Сколько я потратила? Сколько? Мне же... Я почти весь... Что? Я почти весь бюджет. Военный фильм, блядь, пацаны, я вам сейчас покажу. Не верить, просто, ну, не верите мне, ну, что такое? Вот, пожалуйста. Военный фильм! Тупая! Военный фильм, ха-ха-ха. Драма, мелодрама, военный фильм, алло, привет, читаем. Читаем, умеем читать? Военный. Что такое военный фильм? Исторический художественный фильм. Алло, привет, как дела? Да я знаю, что это унесенные призраками. Я вам говорю, что я перепутала, потому что есть такой фильм «Унесенные ветром». Военный фильм! Я знаю, что призраками это мультик такой, блядь. Я смотрела его, читала, говорю. Я смотрела его. Мне нравится, кстати. А это «Унесенные ветром». Военный фильм. Тоже мне. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Драма, мелодрама. Больше, чем половину. Оказывается, быть анимешником очень дорого. Никогда не знала. Пиздец, блядь. Все, спасибо вам огромное. Пиздец, я просто в шоке. «Унесенные призраками». Это мультик, анимешный, я помню. Но еще есть фильм, только ветром. Пиздец, она тупая. Да пошли вы нахуй, блядь. Пошли вы нахуй. Да. Сами знаете, только «Унесенные призраками», тут начинаете пиздеть. Фу, блядь, фу. Я с такими тупыми не общаюсь. До свидания. Ну что, Даша, надовольница? Ну, конечно. Ой, это тебе. У тебя пизда. Это мне? Пизда. Да? Пузо пивное появилось, да. В смысле? Ну, ты же сказал, что ты очень хотел. А я думал, ну, что вот. Это... Я беременна. Ой, блядь. Нет, это тебе. Учить вас еще спасибо. Нужно. Спасибо. Я потратила свои деньги, которые ты на меня выделил. Такая... Бля, пизда-то, надо теперь придумать, где его поставить. Вот, теперь у тебя есть у тебя есть охуенно красивый шкаф. Да, который да, все да. Хотят выбросить нахуй. Да. Ну ладно, а это тебе, Даш. Спасибо, я не надула. Злой. Это правда мне? Я не надула, я беременна. Правда, ты так мило, злой, ты такой хороший. Я стараюсь. Ну, нихуя себе, блядь. Итачи. Тогда что? Ты так расстроился, когда я его забрала? Да нет, я типа... Я видела, ты расстроился. Я видела, ты сразу взгрустнул. Ну что, тогда мы едем в next точку? Да, да. У меня есть одна... Что, блядь, она думает, что книги по фильмам пишут? Ты чё, блядь? Я вообще... Где я такое, блядь, сказала? Где? Просто скиньте мне клип, где я говорю, что я думаю, что книги по фильмам пишут? Чё, ёбнулись, блядь? Привет! Где я такое говорю? Скиньте мне клип! Чё, ебанутый, откуда ты взял эту инфу? Я вообще не понимаю. Очень классно. Вы думали, ужас. Будет всё мило, классно? Да, чё я улыбаюсь, как дурочка какая-то. Так пушисто, по-детски. А теперь начинается настоящая резюка. Резюка какая? Увидишь. Давай.
Я ссать хочу. Ужасно. Езди пописать. Короче, мы приехали в ТЦ. Классный, очень супер. И я решил, что мы можем чуть больше потратить, чем надо, да? И я решил, так сказать, может, приобретем тебе iPhone? Вот как раз айфоны продаются, есть. Но мы сделаем так, какой ты выберешь, не глядя, iPhone, такой мы и купим тебе. Да это же это нормально, дорого. Это нормально. Не зло, это дорого. Все, закрой глаза, закрываем глаза тебе. Ладно. Мы тебе закрываем глаза маской и ведем покупать iPhone. Все, мы тебя ведем. Что же это за бред? Какой iPhone? Не надо смотреть. Я не споткнусь. Я знаю, что Ючке Рома подарил iPhone. Вроде бы. Не смотрю. Пари-рури, пари-рам, пари-рури. Но хор. Как это слово говорится, я не знаю. It's time to stop. Покажите, что сзади костюма, просто интересно. Посмотри, как там типа взял. Покажите нам. Она нихуя не подарит, она раз попробует. Да нет, я подарю. Ну надо тест-драйв. Нет, о, кстати, смотри, какая штука классная. Чего он там нашел? Мы опять пришли в то место, где вчера мне не нравится. Покупали кое-что. Теперь мы хотим купить. Мне хочется сразу все посмотреть. Мне не нравится ждать что-то, что-то там. Мне что кое-что. Пойдем, я найду продавца нам. Здравствуйте. Привет. Кто у вас тут на продавце? Ты? Пойдем. Нам нужна консультация. А, Даша, выбирай, что ты хочешь. Или кому ты хочешь что-то приобрести. Опа, агностик, как дела? Давайте, может быть, познакомимся, меня зовут Даша. Это Даша. Приятно. Можно футболочку в темных тонах посмотреть. Ты себе хочешь что-то или Роме? Роме. Даша, ты выбирай, не стесняйся. На подарок хочу посмотреть. Это парню? Да. Что больше предпочтительно? Что-то цветное, что-то более. Наоборот, что-то классическое в темных цветах. В темных цветах? Да, да, да. Давайте я все посмотрю, а потом уже решу. Ну это такие, как у меня, он скажет нет. Да. Он скажет нет, да. Это. Ну, там мне футболка, кстати, понравилась, которая какая? С Джорданом. Покажи мне. Вот это. Джорданы? Угу. Ну, она очень прикольная. Мне кажется, ему понравится. Мило. Ты бы ходила в такой? Конечно. На размер его подойдет? Она... Да, Элька. Элька, да? Да. Супер. Трэвис Скотт с Джорданом? Футболка Джордан Эль, правильно? Да. Да. 6-10. Забираем, да? Ну, давайте вот это. Да. Эта кофта тоже оттуда. Она красивая. Пожалуй, все. Да, пожалуй, все. Как тебе конь этот железный? Красотка. Я бы на таком бы каталась. Ты умеешь ездить? Нет, а ты? Я нет. Я на мопеде не умею. А ты бы хотел научиться? Я на велике хуёво езжу. Серьёзно? Я на велике в 9 классе научился ездить. Я всю жизнь на велике провела. Следующий ролик, трюк из... Тебе надо с Exile'ом свести, он на BMX умеет грязюку делать, он когда-то делал. Ты на роликах быстро научилась? Да. Не дали... 6-200 футболка, люди за такие бабки неделю живут. Неделю, блядь? Это дохуя, мне кажется. В неделю трачу 6200. Нихуя себе. Ролики полчаса я ездил по комнате. Неделю. Поехал. Нормально живем. А ролики еще были не гелевые, а пластмассовые. И у меня все ноги просто красные были. Знаешь, оно же натирает. Ужасно. И мне все ноги прям кровоточили. Пиздец, я как будто по стеклу ходил. Меня родители отдали в секцию по фигурному катанию. Я там немного научилась. И потом также на роликах, когда мне было скучно, если льда не было. Но сейчас я плохо уже катаюсь, мне кажется. Я забыла все, давно не была там. 150 лайков, и меня учим кататься. Просто я не хочу падать. У меня всегда была мысль, если я буду на катке кататься, кто-то я упаду, и кто-то мне шею переедет. Нет, такого не будет. О, я тоже об этом думала, осуждаю. Привет, Ильдар. Никита красавчик, давай. И он передал мне, что мечтает, чтобы твоя шоу набирала много оборотов. Спасибо. Никита, спасибо, ты это увидишь. Он 100% это увидит. Пакуй. Все, да. Да. Михалина, ты такая красивая, умная. Можно сапку, чел? Да пошел ты в пень. Что это, блин, за хуйня? Сначала комплиментики, а потом потрать на меня денежку. Пошел в пень. Надо было быть тогда, когда я дарила сапки. Пиздец. Их 4 сколько? Чат, вы у меня такие классные, такие умные. И похуй, что вы меня обсираете. А, можете мне задонатить 100 тысяч рублей, пожалуйста? Нормально. Не идет, Артур? Видит, о, ля, мне, кстати, идет вроде. Хотя я похожа на смурфика. Хочешь еще помад? Я смурфик. Как же хорошо потратить бабки. Особенно свои. Сейчас нас запакуют футболочку, и мы будем сваливать отсюда. Носите с удовольствием. Спасибо. Спасибо. Ну, конечно, за 5 тысяч ну, можно что, с удовольствием тебе поносить. Тебе понравилось? Очень, но мне стеснительно. Особенно второе место. Ты вообще зачем так сделал? Надо же первый раз так провести. Вы с Ромой точно туда не пойдете, вам же
стеснительно будет, а мне похуй. Сегодня в гостях у меня была Даша Юечка. С вами был Злой. Увидимся с вами в следующих роликах. Надеюсь, что этот ролик выйдет перед новым. Так, я надеюсь, тут будет 100 тысяч лайков, потому что я хочу смотреть. Мне... О, 19 уже. Мне нравятся такие рубрики, когда кто-то тратит деньги. Ну, конечно, мне больше нравится, когда я трачу деньги чьи-то. Но так тоже.